забывает ценить, любить и понимать, зато не упускаем приказ отдать, упрек сказать. Отчет за жизнь свою дадим на небеса, не лицеприятному царю, кто знает все о нас. Сможем ли тогда оправдание найти? Сможем ли мы поднять глаза на Христа или опустим их? За другими стали наблюдать, падение, ошибки в них искать и перестали успевать в жизнь свою заглядывать. Отчет за жизнь свою дадим на небеса, не лицеприятному царю, кто знает все о нас. Сможем ли тогда оправдание найти? Сможем ли мы поднять глаза на Христа или опустим их? Давайте в жизнь свою смотреть и сравнивать лишь с Христом, чтоб духовно не умереть и войти нам в отчий дом. Отчет за жизнь свою дадим на небеса, не лицеприятному царю, кто знает все о нас. Сможем ли тогда оправдание найти? Сможем ли мы поднять глаза на Христа или опустим их? Отчет за жизнь свою дадим на небеса, не лицеприятному царю, кто знает все о нас. Сможем ли тогда оправдание найти? Сможем ли мы поднять глаза на Христа или опустим их?